Еще что хочу сказать. Пишите, задавайте вопросы в комментарии под этим видео. Как быть, если у кого-то идей нету, то я накидаю вам идей. В смысле, как быть, как... Это для тех, кто укололся, уже, в смысле, вариантов нету. Я уже не знаю, чем помочь. Все это бестолку считаю. А вот те, которые еще не успели уколоться, вот обращайтесь. Те, кто хочет найти выход, найдем вместе. Найдем. Есть множество идей. Прям целая куча. Целый вагон и маленькая тележка, говорят. Все решаемо. Проблем в жизни нет. Есть только ситуации. И все эти ситуации решимы. Это как экзамен. Вот сейчас, в принципе, экзамен. И как ты его сдашь, не сдашь. И куда не обращаешься, кому не там правоохранительные органы, еще там кто. Ну, эти все оборотни в погонах и все такое. Они говорят, что выбор. У нас же есть выбор. Мы сами соглашаемся со всем. Или не соглашаемся. Кто-то соглашается, кто-то нет. Всегда отвечайте за себя сами. И не вините никого. Все, что происходит в жизни, в вашей жизни, это последствия того, всех решений, сделанных вчера, позавчера, еще там. Это все как раз вот алгоритм выстраивается и бахает вас, ваше же вчерашнее. Просто вы не знаете, как это все это выстраивается, как Вселенная общается с вами на вам понятном языке, только вы ее не слышите, как, возможно, сейчас меня не услышите, о чем я вам сказал. Всем здравия. Пишите вопросы, задавайте. Отвечу.